несмотря на то, что СМИ вообще превратились в такой конвейер, все-таки наша профессия, она очень творческая. А для любого творческого человека, для любого вообще творчества нужен такой образный камертон, по которому можно сверяться. И вот для меня ассоциация журналистов – это есть такой камертон, где встречаешься с коллегами, где знакомишься с коллегами, где обсуждаешь с коллегами какие-то свои сомнения, какие-то свои такую растерянность свою, какие-то свои выводы. Мне кажется, что очень здорово, что наша организация не превратилась в такой профессиональный союз в чистом виде, я имею в виду в профсоюз, который там защищает права трудящихся журналистов, а она стала профессиональным союзом именно в плане профессии. Очень много всяких обучающих программ, очень много ознакомительных программ, очень много программ, которые просто дают впечатление. Для творческого человека это очень важно, потому что, несмотря на то, что все СМИ сегодня стараются ориентироваться на читателя и этому учат, это правильно с точки зрения законов рынка, но я все-таки считаю, что иногда творческий человек должен ориентироваться не на читателя, а должен ориентироваться на пусть небольшое количество людей, которых он уважает, мнение которых для него важно. И вот БАШ – это та организация, где это мнение можно услышать. Поэтому я считаю, что БАШ абсолютно в правильном направлении развивается, судя по тому, что все новые и новые люди приходят в организацию. Мы тут собрались с таким, ну, наверное, интересным коллективом, раз к нам присоединяются другие. Вот. И я надеюсь, что БАШ – это будет организацией не просто журналистов, работников СМИ, а будет организацией авторитетных людей, людей, к мнению которых прислушиваются многие в стране.